Катана, катана. Ладно, к чертям эту катану. Хочу противотрескового оружия, и все тут. С этим не поспоришь. Давай противотресковое. Нукс. Херачит, дай боже, прям. Ни на ком не испытывал, но уже чувствую. А, чё? У меня противотрескового оружия, не подходите! Я пошутил, у меня обычная винтовка, мать твою. Пошел нафиг. Я все включился на противотрескового оружия. Ты говоришь в аду, скотина. Да успокойтесь вы уже, дайте мне взломать эту херотню и пойти дальше. Окей. Тут ломать-то 3 секунды. Так. Противотрескового оружия. Надо его переключить. Копишь хочу. А копишь хочу. Нормально, чё? Так, к чертям ту зону карантина. Я эти зоны карантина, я их ненавижу теперь после того тоннеля. Bright Mountain. Тут, в принципе, заданий-то не осталось. Так, что это за задание такое? А, это оружейник. Понятно. Сколько времени? 19:38. Идиот, кусок, а? Я не это хотел. Плевать. Я уж думал, долечу. И по ней в итоге не попал, и сам не долетел. Потрясающе. Ладно, прямо вперед, как танки. Или все-таки в безопасную зону пока зашкериться. Она тут рядом. Пожалуй, да. Что-то они за час начинают звонить уже. Непонятные ребята. Че, даже привет не скажешь, скотина? Я твою задницу от голода спас. Соответствующей медленной смерти. Где моя кровать? Здрасте. До свидания. Там дождик вовсю хлещет. Вот не очень солнечное утро, хотя, как обычно, просто здесь башни мешают солнечному свету пробиваться.
Так, это мне как получается надо идти-то? Вот так, что ли, в эту сторону? Окей. Здрасте. Я не хотел вас трогать, но сами перекрыли мне гребаную траекторию пути. Нефиг там стоять. Тихо. Чё, гуляем? Хорошая погодка, нравится утро, да? Мне тоже. А мы ему просто замечательно. Так, там уже какие-то вражины отмечаются. Или это просто зомби? Они в любом случае внизу. Так, Ванючка, не ходи за мной. Тебе это не нужно, я тебя уверяю. Когда она рассказала о хорошем мастере оружейнике по имени Руперт. Похоже, в последнее время тот не появлялся в своей мастерской. Надо проверить, что с ним и как. Когда он предлагает сначала сходить к Руперту на квартиру. Вы, значит, в условиях зомби-апокалипсиса работаете в одном месте, а живете в другом. Вы, по-моему, немножечко это... Короче, если вас съедят, это будет вполне заслуженно. А мусор не выкидывают. Нормально тут у вас, я смотрю. Целый детский сад, судя по шкафчикам. Это с бухлом и химикатами. Хороший детский садик, еще бухло. Это повесится. Ну хоть где-то орешки, в толще орешки валяются. С орешками, да? Звуки из туалета, с орешками, да. Ладно, давайте спустимся ниже. А ты кто нахер такой? Че за, блин, два этажа детских садов? Это что? Это здание весь детский сад, что? I'm Crane. I was looking for Rupert. No, you weren't. You were looking for a gunsmith who happens to be named Rupert. Right, fair enough. I'd like to talk about some weapon modifications. You work for Rise? No. Well, I suppose that helps. Да, ты мне прям поверил, да? I'm waiting for my wife Jasmine to come back. Until she's here, I can't leave. Has she been gone long? No, not long. So it'll probably be a while before she returns. Пару лет назад. And what about these kids? Are their parents dead? I hope. Every day, I'm terrified that one of them is going to look out the window and see their mother or father shambling down the street. I don't know what I'm going to do when that happens. What have you told them? Half truths. That a dark magic has taken over the city, but that I am a good wizard who can protect them. It's the sort of game that doesn't end. Jasmine is better at this sort of thing. Hell, I'm a gunsmith. What am I doing playing this magical nonsense? Seems to me you're doing pretty well. Well, I'm not. There's a girl named Isla. She's a diabetic,
Only her insulin ran out a while ago. Now her blood sugar is sky high. She's dehydrated and exhausted. Jasmine says if she doesn't get some insulin soon, she'll slip into a coma and die. And here I am in this stupid wizard hat, and the kids are waiting for me to cure her with a magic potion. Maybe it's time to tell them the truth. There is no good magic, only the dark kind. Take it easy, Rupert. There's a drugstore in town. Maybe I can find some insulin there. Are you serious? Mister, if you could do that, I can't tell you how grateful I'd be. I've got a radio here. If my wife Jasmine comes back, I'll probably go home for a while. But I'll let you know before I leave. Лучше показал им, как, блин, коллиматор на винтовку устанавливать, а не это... Не про магию тут рассказывал. Ладно. У одной девочки в детском саду диабет. Меня зовут Алия. Руперт сказал, если в ближайшее время она получит инсулин, то впадет в кому. Думаю, пойти в аптеку и поискать там инсулин. Конечно, аптеки еще никто не разграбил. У нас две точки, это вполне справедливо. К чертям этот ящик. Так, да какой легче-то добраться с первым делом? Значит, на той точке ничего не будет. Раз до нее легче добраться. Нормально, в кои-то веки. Очистись, грешник. Да что происходит-то постоянно? Кто там? Новые вставлять будешь, скотина. Бьют окна, блин, почем зря. У кого-то конец света наступил. Тупые зомби. Здесь есть статуэтка зомби. Тупые зомби. Тупая статуэтка. Надо вместо диабета прифигачить статуэтку зомби. Ты не упоролся ли, чувак? Возомнился от Дракулы. Вместо гроба, правда, только шкаф нашел. Ну это ж не аптека, правильно? Аптека на первом этаже. Это квартира. То аптека с кальяном, это как-то не очень. Да хватит это, орать. Не зря я так хотел прокачать бесконечную выносливость, а? Чувствуете? Тут, блин, одноэтажное здание, она умудрилась упороться насмерть с этого одноэтажного здания. Ну а ты чё? Тоже хочешь? Ладно, там давайте без меня. Кто там мяукает? На это я уже не куплюсь, естественно. И хватит убиваться, блин, суицидничать.